вся атмосфера этой тусовки была настолько яркая, что брейнштормы были просто вишенкой на торте. Лайфхаки хакатончика. Выспаться, взять с собой материалы, заранее собрать команду. Да, мы наших котиков меняли на энергетики, на какую-то еду, на какие-то плюшки. Они нам очень помогли. Я бы хотел прокачаться как продажник. Этих скиллов нам очень не хватало на хакатоне. Идеальная команда хакатона – это азиат, девушка и три офигенных кодера. Для меня и моей команды челленджем было разобраться в новой предметной области, узнать, что такое государственные услуги и разработать какую-то систему. Мы со своей командой очень сильно воодушевились, когда после 24 часов непрерывной работы заняли первое место на предзащите. Всем, кто сомневался, участвовать или не участвовать, однозначно участвовать. Был человек, который в 3 часа ночи просто встал и поехал домой. И для него хакатон закончился. Мы сидели рядом со столом с едой, и когда становилось тяжело, я ходил и ел чак-чак. За весь путь хакатона многие команды распались, а мы прошли с самого начала до самого конца.